Здравствуйте, многоуважаемый Чач. С вами Тарелка. Вот, значит, и сегодня мы пройдем первый эпизод Hello, Шарлотта. Я вижу, тут некоторые спрашивают, Тарелка же ее проходила. Я все перепутала. Пупа опять получил залупу. Я не проходила Шарлотту. Я ее скачивала, открывала, но так и не проходила. Вот, и я решила, что, ну, а хули нет, раз у нас уж как бы тут пошло, Мисау, Мэтфазер, Сердце ведьмы, ну, давайте поиграем и Шарлотту, да? Хули нет, как говорится. Запись вчерашнего стрима на канале пока обрабатывается. По Аморе, да, я хочу пройти. Сегодня написала переводчикам, они сказали, что пока бету перевода они не раздают стримерам, но у них перевод должен выйти уже в этом месяце. Так что, возможно, у нас на новогодних праздниках будет Аморе. Или, может быть, даже пораньше. Вот. Так что, вот такие пирожки, пирожульки. Так. Ага. А игра у нас не захватывается. Интересно. Ага. Так. Понятно. Ну да, ну да, пошел я нахер. Сейчас, секундочку. Тут, блядь, с широким экраном очень сложно. Так, игра у нас не захватывается, понятно. Так. На микросекунду себя спалила. Хорошо, что там не было видно сиську. Вот. Спасибо большое, B21, за подписку. Спасибо. Так. Блять, и что это нахуй? Сука. Сейчас, подождите, тут очень тяжелые разборки. Да, блядь, да в смысле, нахуй? Сейчас, секундочку. Я безумно извиняюсь за возникшие технические неполадки. Не, ну, блядь, ну... А я когда ее пытаюсь сделать лаунч на фулл скрин, у меня какая-то хуйня получается.
Ее нельзя сделать больше. Я только что ее делала больше на весь экран. Я только что это делала. Сука. Все, нормально, чат. Сейчас все будет. Значит, это самое. Это самое. Значит, сейчас, секунду. Сейчас все сделаем, девочки. Сейчас все будет. Ладно, нам не нужен фуллскрин. Давайте хотя бы так. Ебать, я сегодня такой вообще программист. Просто пиздец. Короче... Блять, это очень плохо. Вот. Ну, бля. Ну нет, это очень плохо. Крё! Привет, тарелочка. Удачного стрима. Неделька у меня, конечно, выдалась просто жесть. Спасибо большое, Еловек, за донат. Ну, надеюсь, следующая неделька будет полегче. Спасибо тебе большое. Так, ну, короче... Ну, короче, у нас как-то так. О, бля. Простите. Вот. Вот такой у нас прекрасный фон. Надеюсь, вам все нравится. Для меня, да, для меня с собой игра в маленьком окошке. Да, для меня вот так. Ну, ладно. Вам нормально? Все хорошо видно? Все хорошо слышно. Погнали. Смотрите, какой у меня гигантский курсор. Мой мир давным-давно встретил свой конец. Человечество, каким я его знала, прекратило свое существование и бесследно исчезло. Боги, в которых они верили, умерли, а церкви были построены как могилы. Хаос обратился в порядок, а в конце стал тишиной. Все, что я могу делать, это смотреть сны, так как я очень, очень устала. Прежде чем я отброшу слова, которые создают шум в моей голове, не будешь ли ты так добр, что присоединишься к моим сновидениям? Привет, Шарлотта, эпизод 1. Вредная еда, боги и плюшевые мишки. Привет, Шарлотта. Приятно познакомиться. Пожалуйста, позаботься обо мне. Это моя комната. Так, ну, графоний охуенный, конечно. Она довольно минималистичная, да. Довольно современно, не думаешь? Пойдем-ка в столовую, хочу есть. Так, нет, подожди со своей столовой. Мы должны сейчас везде потыкаться и все осмотреть. Пластыри, скальпели, записки, чайные пакетики. Все в таком беспорядке. Я пока не хочу спать. Это может быть полезно. Ищите символы кукловода. Только пользователи с хых. В именах имеет доступ ко всем дверям. У текущего пользователя ограничен доступ к данным всемокубика. Что такое всемокубики? Сокращение всемогущие кубики являются многоцелевыми устройствами, которые позволяют хранить данные, переносить органическую материю, клонировать, создавать и уничтожать. Пожалуйста, не помещайте жидкое мыло внутрь всемокубиков, так как это может привести к непредвиденным последствиям. Экраны хранят данные пользователей, контролируют активность пользователя. Абсолютное правило, экрана нельзя выключать. Текущий пользователь Шарлотта, как предполагается, безоговорочно следует абсолютным правилам. Мы несем ответственность за ущерб здоровью, расчленение или психические проблемы, вызванные нарушением правил, упомянутых выше. Пожалуйста, выберите категорию, чтобы прочитать наблюдение текущего пользователя. Эйден, Хаксли, Беннет. Текущий пользователь Шарлотта, который не до конца прошел программу обучения. Так, а остальные это кто?
Эйден, дворецкий с подвального этажа, проводит время за шитьем и таксидермией. Таксидермия — это, если что, создавать чучело. Добрый вечер, тарелочка. Хотела спросить. На последних стримах ты говорила, что проходила Шарлотту, решила перепройти, или я чего-то не поняла? А я обосралась, я ее на самом деле не проходила. Короче, рассказываю. Моя подруга съездила отметить ДР нашего общего друга, как она оказалась в такси, не помнит. Да, в общем-то, весь вечер, а через неделю узнала, что залетела. Блять, охуенно отдохнула, конечно, подруга у вас, Еловек. Спасибо тебе большое за донат. И курага поздравляю с потерей знатной девственности. Я думала, что я ее проходила, но на самом деле я ее не проходила. Вот так. Так, давайте, знаете, что-нибудь. Ова. Давайте. Оба. Эти. И оба. Хоба. Во. Технологии, технологии. А ну, салаги, право руля! Поднять паруса! Якорь вам в жопу! Привет. Забежала на пару секунд. Сейчас делаю обж, также известный как самый бесполезный и странный предмет. Хотя, если бы герои хоррорных игр его проходили, то с ними случалось бы меньше фигни. Я считаю, мы тоже можем в любой момент оказаться главным героем хоррорной игры, поэтому обязательно, девочки, мальчики, учите, что там на ОБЖ, а то мало ли что произойдет, да? Спасибо, Колонхой, за донат. Значит так, дворецкий. Кто у нас еще есть? У нас там есть еще какой-то Беннет, Хаксли. Хирург, которому принадлежит межпространственная клиника на втором этаже. Заметки пользователя. Однажды заказал 30 коробок скотча ради неизвестных целей. Это какая-то общага или что? Что тут за странные люди какие-то? Беннет. Профессия, настоящее имя неизвестное. Это имя на значке костюма химической защиты. Понятно. Нами 0707. Большое спасибо за подписку. ХЗ, почему нет алерта? Кубик с телепортацией. У нас ограниченный режим. Так, столовая. Ага, прекрасно. Дорогая Шарлотта, буду дома поздно. Позвони на 080-х-х-х-х-х, чтобы заказать еду у Чарли. Хо-хо, мама. Татьяна, большое спасибо за подписку. 26 месяцев подряд. Спасибо. Этой записки 8 месяцев. Мои родители работают по выходным. Получу новое задание заказать еду. Сколько? 8 месяцев? Буду дома поздно, мамаша съебалась 8 месяцев назад и все? Охуеть. Внутри лежат немного посуды. Последний раз, когда я пыталась что-нибудь приготовить, мир был почти уничтожен пищевым монстром. Надеюсь, Беннет не положил свои реактивы на полки вместе с сахаром и солью. Получено мыло. Даже в шкафах нашей столовой нет ничего съедобного. Ага. А чё это у меня есть за книга правды? Блять, что я нажала? Кукловоды. Тип Исет, тип Лилиты живут в истинном королевстве. Цель контролировать и направлять назначается только людям. Спрашиваем у друга, какого хрена? А он сказал, что она убилась в хлам и ее сопроводил такой же бухой поц. Поговорили с тем парнем. Извинился, сказал, сам мало что помню. А как он извинился? Сори, что трахнул или что? Я не поняла. Каким образом он извинился? Спасибо большое за донат, Еловек. Охуенные истории вообще. Так, короче, кукловод. Наблюдатели. Члены массового правительства. Носят маски в виде черепов животных. Известные представители. Человек-зонтик. Марионетки. Также известные как люди. Живут в ложном королевстве. Цель ошибаться. Известные представители. Я, мама, папа, одноклассники. Не уверена. Инопланетяне. Хаксли. Притворяются людьми, чтобы не вызвать большой переполох. Известные представители Хаксли, Беннет, Эйден, политики. Дело ясное, что нихуя не ясное, как бы. Фу, совсем невкусно. А нахуй я сожрала мыло? Я мыло сожрала? А нахуя я мыло-то сожрала? Может, мне не надо было его съедать?
Может, мне это заново начать? Нахуй я его сожрала-то? Я думала, его куда-нибудь можно добавить, это мыло. Что значит, блядь, есть кукловоды, которые живут в истинном королевстве? А есть, значит, главная героиня, она живет в ложном королевстве. Что за херня? И этот Хаксли какой-то непонятный. Жена пользователя дом. Подвальный этаж. Комната для препарирования. Партняжная комната. Тестовые комнаты. Цокольный этаж. Жилые этажи. Руководство марионетки. Меню управления марионетки. Есть 4 опции. Вещи, задания, перемотка, выход. Мусор — это вещи, которые мы выбрасываем. Вещи — это мусор, который мы оставляем. Задания — ежедневные жизненные задачи. Перемотка содержит сохраненные данные о предыдущих событиях. Внимание, стоит использовать, то есть только если марионетка умирает или кукловоду нужно отойти от панели управления. Что? Спасибо большое, Кун из Москвы, за подарочную сапку для Ранрен. Выход — это не вариант для ответственного кукловода. Ага, понятно. Перемотка — это сохранение. Так, ну окей, вот мы сохранились. Блин, это звук... Это мне кажется, ли это звук из Return to Die? Это же из UTD, да? Ну ладно, окей. Комната с телевизором. Ебать, охуенно. Посмотреть телевизор. Да. Все 99 каналов показывают рекламу 24/7. Далее на Panopticum TV. Реклама синтетической еды. Не пропустите. Включить канал. Вы, и только вы можете остановить мировой кризис. Помогите остановить перепроизводство, покупая вещи прямо сейчас. Органическая вредная еда Чарли. Идеальное лекарство от ожирения. Закажите прямо сейчас, позвонив 0800-х-х-х-х-х-х. Крё! Ну типа, сошлись на том, что он оплатит оборот. И они разойдутся, вот только ее мама об этом узнала и сказала, что она обязана родить и даже в доме заперла, и телефон отняла. Точка, а как у вас прошла неделя? Бля, ебать, чё ещё там за мясо какое-то, еловек? Блядь, жесть. Спасибо большое, Сукроп, за подарочную сапку для Хидзуву, спасибо. Так, хватит на сегодня телевизора. Почему я прохожу сквозь диван? Это вообще нормально? Все, мы больше не смотрим телевизор? Смотреть телевизор — трата времени, да, у меня есть занятия получше. Так, пока что как бы ясно, что нихуя не ясно. Вчера она была открыта. Это наша комната, да? А что тут? Куб телепортации. Тут телевизор, столовая, библиотека. Ага. Шитье для всех и каждого. Шитье платьев, как делать это легко и просто, причудливые складки, искусство складывания салфеток. Книжная полка Эйдена. Я нахожу ее милой. Поваренная книга анархиста, теперь еще больше рецептов. Бум, углубленная химия для взрывных энтузиастов. Альманах научной фантастики, 24-е издание. Это полки Беннета. Они так и кричат, опасно. И о том, что он гик. Доступ запрещен. Полки заполнены литературой на планетном языке. Я не могу прочесть название. Понятно. Властелин нердов. Мой прекрасный Сара Риман. Астронав команда. Это шкаф мамы. Она любит романы. Получена записка. Золотые яблоки и солнце. Физика невозможна. One Hit Man. Моя скромная книжная полка. Так, а что за записка? Волшебное слово — это пожалуйста. А что, я и записку могу сожрать, что ли? Или что? Понятно. Окей, хорошо. У нас телефон. Привет, это органическая вредная еда Чарли. Пожалуйста, сделайте ваш заказ. Я бы хотела заказать экологически чистые куриные наггетсы и диетическую соду, пожалуйста. Я не должна так нервничать, когда разговариваю с роботом. Спасибо, что заказываете у Чарли. Оставайтесь здоровыми вместе с нами. О, как чего? Ну, я поняла, да, кукловод — это я. Я куколд, короче. Блять, как в том мебе. Спасибо, Димасик. Где мне звонят? Где еду привезли? Вот тут?
Видите волшебное слово? Блять. Кто здесь хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Ты пробовала Shift-Alt? Окно, по идее, больше стать должно. Да, я пробовала, нихуя. Но спасибо большое, Тефтелька, за донат. Так, это же я правильно вожу? Доступ запрещен, невоспитанный ребенок. Ты охуел? Волшебное слово, это пожалуйста. Мне сейчас не нужно никуда звонить. Блять. Что у меня за задание? Ответить на звонок. Найти способ выйти в вестибюль. Так, ищем способ выйти в вестибюль. Ёбаный нахуй, что так сложно? У меня еще такой маленький-маленький экранчик. Вчера она была открыта. Так, это столовка. Это комната с гигантским телеком. Может, здесь? Нет, здесь нихуя нету. Да я знаю, да, что ЕТД и Шарлотта на одном движке сделаны. Это я в курсе. Так. Эля, если не капсить, а попросить? А чё, я капсила? Я капсила? Я такая, сука, я накапсила на несчастную дверь? С подругой, если что, все хорошо, мы обманом вытащили ее от матери. Ждем результатов анализов. Дня через два все будет ок. Хотя она очень боится за отношения с мамой. Ну, блять, еще бы боится-то. Да пускай скажет волшебное слово, и все будет окей. Так, сейчас я все правильно писала же, да? Сука, да ты меня заебала. Блядь, с большой буквы нахуй. Понапридумывают паролей нахуй. Блядь, вот это геймплей. Боже. Луи. Ста. Какая хорошая девочка. Доступ разрешен. За дверью раздается странный шипящий звук. Хочешь, чтобы я открыла? Подожду, пока он уйдет. Звуки стихли. Теперь должно быть безопасно. Найден удачный обед. Мне лучше вернуться в столовую. Получу новое задание — накормить Шарлотту. Пойдемте хавать. Ура, ура, стрим. Теперь будет не так грустно всю ночь делать презентацию на 120 слайдов о физиологии родов самого душного препода в мире. Ой, говно какое, Номин. Я тебе соболезную. Спасибо, конечно, за донат. Блять, 120 слайдов, жесть. Я во второй раз в жизни доначу во все разы тебе. Спасибо большое, Сермон. Очень приятно, что все твои донаты отдались мне. Так вот, чат, очень хорошая игра, которая учит тому, чтобы никто никогда не капсил. Не капсите, хорошо, чат? Вот видите, я накапсил, и мне сказали, что невоспитанно. И вы не капсите в чате. Ну что за насмешка над настоящей едой? И это все, что сейчас могут предложить? Боже, а чего это мужики какие-то странные пришли? Они меня пугают. Тебе стоит попробовать обои, дорогое дитя, они особенно богаты железом. Не слушай его, мыло гораздо полезнее употреблять пищу. Ребята, можно мне слово вставить? У инопланетян и правда нет понятия личного пространства, не так ли? Кстати, мистер Эйден, та дверь в коридоре цокольного этажа не открывается. Она закрыта из-за небольших строительных работ. Тут не о чем беспокоиться. Если ты выйдешь ночью, то сможешь найти там кое-что интересное. Эйден щипает Беннета. Ой! Перестань внушать этому ребенку странные идеи. Не слушай его, милая девочка. Если хочешь посоединиться, то я буду смотреть мылонет в комнате с телевизором. К мыльным операм просто необходим мыльный молочный коктейль. Беннет уходит. Я почти забыл. Приходи позже в комнату для препарирования. Я хочу попросить тебя кое о чем. Эйден и Хаксли тоже уходят.
Так, и что дальше? Ну, я не знаю, я еще раз сохранюсь. Найти ключ от подвала. Не, ну игра, конечно, вообще 10 из 10. Просто нихуя не понятно. Сколько будет 2 плюс 2? 4. 4, конечно же. Если ты так свободно делаешь подобное заявление, тогда правильно, ты можешь пройти. Дын-дын-дын, мы чиним генератор. Дын-дын-дын, мы чиним генератор. Желаю удачи всем, у кого сессия или пробники. Всем остальным хорошего вечера. Спасибо большое, Ериалтед, за донат. Тебе тоже хорошего вечера. Так, Трис ведет подвал. Я забыла, куда положила ключ от подвала. Тут ничего интересного. А тут? Тут ничего интересного. А тут? Тут тоже? Тут тоже. Так, мы можем туда выйти? Мне сейчас не нужно выходить наружу. Понял, пойдемте наверх. Эта лестница ведет на первый этаж. Ну так пошли! Блять, ясно. Так, мне нужно найти ключ. Ключ, ключ. Так, там может телек кто-то смотрит. Во! Здорово! О, господи, ты боже мой. Беннет поглощен просмотром телевизора. Беннет? Беннет? Союз. Блять, нас... Ладно. Так, хорошо. Может быть, здесь у нас кто-нибудь тусуется? Вчера она была открыта. Где все, блядь? Я чувствую себя, ну, дебилом, потому что я не понимаю, что, куда идти. И что делать. О, ключ от подвала. Замечательно. Да не, нормальная игра, все понятно, что делать. Все понятно. А что будет, если я скажу 5? Меня дверь нахуй пошлет или что? Дверь открыта? Открой меня. Открыть коробку? Открываем. Конечно. Шарлотта открывает коробку. Неожиданно все уничтожает сингулярность. Внезапный конец уничтожить мир менее чем за секунду. Заебись. Спасибо большое, Вадим, за подарочную подписку для Венди Чан. Спасибо. Понятно, надо почаще сохраняться. Ну все, я как бы... Ну зато концовку сделали! Так, нет, Беннет смотрит телек. Как можно забыть, блядь, куда ты делал ключ от подвала? Он же был совсем рядом. Мать, ты че? Dump ways to die. So many dump ways to die. Угу. Она выглядит подозрительно, хотя мне все еще любопытно. Правильно, нахуй коробку. Склад швейных принадлежностей. Склад швейных принадлежностей. Заполнен тканями. Заполнен тканями. Ой, ёб твою мать. Эйден любит порядок. Даже все его манекены на своих местах. Платье в горошек, еще одно платье в горошек. Господи, сколько платьев. Простое черно-белое платье, платье в горошек. Ну, понятно. Привет, мистер Эйден. Как всегда в делах? Здравствуй, милая девочка. Тут есть одно платье. Я хочу, чтобы ты примерила его, если не возражаешь. С удовольствием. Я надела платье, сделанное портным. Красиво. Вау, оно очень впечатляет. Оно называется «Белое в горошек платье Медузы». Ему еще достает несколько завершающих штрихов. Я дам его тебе, когда оно будет готово. Спасибо. Эйден полностью увлечен процессом. Давай не будем мешать ему. Так, окей, хорошо. Ёб твою мать, комната для препарирования. Я прочитала для кастрирования, я ужасный человек. Сделай сам массаж сердца, все, что вы хотели знать о теории струн, но боялись спросить. Эгоистичный ген, обман науки, человек, который принял свою жену за шляпу. О, наконец-то книги, которые я читала. Пристрастие к бумаге, примите своего внутреннего пищевого извращенца. Кстати! Говоря про бумагу, я обожала в детстве хавать бумагу. Ну как в детстве? Где-то в средней школе. Я просто
Это, возможно, было нервное, но когда у меня была, например, контрольная в школе, я могла во время контрольной черновик сожрать просто, а не на нем что-то писать. Я реально жрала бумагу, у меня были даже предпочтения, какая бумага вкуснее, какая невкусная. Типа, я сейчас вспоминаю, блядь, так странно, на самом деле, что я ела бумагу. Но я смотрю, я тут не одна такая, тут тоже есть люди, которые питались бумагой. Какая бумага самая невкусная? Такая, знаете, глянцевая журнальная, самая невкусная. Вот как, например, от журнала «7 дней». Во, самая отстойная. Самая вкусная была у некоторых тетрадок, но она иногда с краской. Вот она была такая себе. Вообще простая белая бумага, а-ля альбомная. Не слишком плотная, но достаточно. Вот она была самая вкусная. Я даже крыги, блядь, книги обгрызала, понимаете? Что по минеральчикам в крови? Ну, видимо, все было очень плохо с минеральчиками в крови. Максимальнейше. Альманах официальной истории. Провалена сканирование сетчатки, доступ запрещен. Что делать, если ваша дочь принесла домой уран? Распадаться! Жена, пользователь, человек-зонтик. Он появился из ниоткуда, когда я была ребенком. Была ли я в детском саду и библиотеке, с мамой или одна в своей комнате, он всегда был там, наблюдая за мной из самого темного угла комнаты своими желтыми глазами, не произнося ни единого слова. Когда я попытался сказать о нем маме, он поднес палец к своим губам, будто не хотел, чтобы я говорила. Так что я не стала. В моей книге «Правда» я назвала его наблюдатель. Как только дала ему определение, этот мужчина заговорил со мной в первый раз. Не, ну мужик секс. В некотором плане. Недурное имя, должен сказать, отметил он. Однако разве не любой, кто наблюдает за тобой, становится наблюдателем? Я была вынуждена согласиться. Тогда я буду звать тебя Человек-зонтик. Слегка ошеломленный этим, мужчина закашлял. Хотя я предпочел более благозвучное имя, давай остановимся на этом. С тех пор я давала определенное имя каждому субъекту, что повстречаю в доме. Понял. Ой, она такая большая. Человек-зонтик 2. Когда мама спросила, с кем я разговаривала, я не рассказала ей о человеке-зонтике. Вместо этого я солгала. Мой день рождения. В день моего 10-го дня рождения посреди ночи раздался звонок в дверь. За дверью стоял человек в маске, одетый в цилиндр и черный костюм. «Привет, маленькая Шарлотта», — сказал он с улыбкой человека, который предлагает детям конфеты. «Мама говорила мне не разговаривать с незнакомцами», — ответила я решительным голосом. Он вздохнул. «Я не незнакомец для тебя. Человеческая память так недолговечна, не так ли? Даже если я действительно знаю тебя, то ты должен быть плохой парень», — настаивала я. «Я плохой? Почему это?» «Я должна была придумать что-нибудь. Это потому, что все злодеи носят цилиндры». «Ну, неужели? Что за глупый предрассудок?» – прокомментировал мужчина с легким смешком. «Не дай внешности обмануть тебя». С этими словами он снял маску. Как я и думала, мужчина оказался никем иным, как человеком-зонтиком, собственной персоной. «Хоть мне и хотелось поболтать с тобой в этот знаменательный для тебя день года, пришел я по другой причине». Я наклонила голову от любопытства. «Слушай внимательно, малютка. Я пришел, чтобы сообщить, что тебе был назначен кукловод, так как ты достигла возраста 10 лет». «Кто это?» «Они представители истинного королевства, специально созданные, чтобы наблюдать за вашим проблемным видом. Тот, кто назначен тебе, кукловод типа Сет. Что касается их целей, они здесь для того, чтобы вести вас, марионеток, через ваши короткие жизни». «Почему они делают это?» «Видишь ли, малютка, свобода воли – это выдумка». Обдумала я свои слова, пытаясь подобрать умный ответ. Такой подбор слов должно быть был слишком сложным для ребенка. Скажем по-другому. Познакомься со своим новым другом, который будет наблюдать за тобой. Его зовут Сет. Не слишком ты дразни его, хорошо? А я так понимаю, это я сейчас Сет. Типа я тот, кто сидит за экраном, и есть Сет, который управляет Шарлоттой. Сет, тип Лилит, живут в истинном королевстве, цель контролировать, направлять людей. Могут отматывать время, когда марионетка умирает. Ну да, то есть я кукловод. Я типа Сет. Прекрасно. Так, человек-зонтик. Это мы поняли. Это марионетки. Инопланетяне. Бена тоже инопланетянин?
Эйден. А кто такой? Так, ладно, хорошо. Мыльная Библия. Так твой сын инопланетянин. Как повысить свой КИ, смотря мыльные оперы? Не уверена, что вторая книга может быть полезна. Полное руководство по захвату вселенной. 425-е беспроигрышное издание. Ага, понял. Каннибал на свободе. Энциклопедия о людях. Полное издание. Клиническая хирургия для чайников. Тысячи человеческих болезней, от которых можно умереть. Правильно, сканирование сетчатки. Понятно. Так, ну поговорим. Хаксли очень занят препарированием трупа. Предположительно, это когда-то было человеком. Привет, доктор Хаксли. Привет, маленькая Шарлотта. Насчет того небольшого разговора, который у нас был до этого. Не могла бы ты мне оказать услугу и присмотреть за моим дорогим племянником пару дней? Я был так занят работой, что над лекарством от глазной чумы, что глаза за ним совсем не поспевали. Насколько я знаю, сейчас он, возможно, собирает редкие образцы средь бела дня. На свою беду он слишком увлекающийся. Разве ты тоже недовольно увлекающийся на свою беду? Однако главная причина, почему я беспокоюсь о нем, это то, что у него, видишь ли, нет чувства направления. Возможно, у него плохие манеры, но не обращай на это внимания. Ладно, я помогу. Феликс, иди сюда. Это маленький Немо? Мне не нужно, чтобы кто-то следил за мной, дядя Хаксли. Ладно, а теперь иди поиграй с новой старшей сестренкой. Дяде нужно делать науку! Вот опять он начинает. Приятно познакомиться, Феликс. Я Шарлотта. Привет. Если ты хочешь пережить этот день, не смей вторгаться в мое личное пространство. Я почти чувствую, как его взгляд прожигает мне кожу. Это будет долгий день. Доступна в локации в комнате для препарирования. Получено новое задание убить время. Так, блять, а ну иди сюда, тупое время. Сейчас я тебя убью. А ну, салаги, право руля! Поднять паруса! Якорь вам в жопу! Мне уже снятся кошмары, что я рожаю или принимаю роды из-за этого ужасного цикла по акушерству. Удачного стрима, а я, пожалуй, пойду страдать дальше. Хорошо пострадать на мин. Счастья, здоровья, спасибо тебе большое за донат. А он что, за мной так и будет ходить, челепиздрик несчастный? Подожди здесь. Доступ разрешен. Это что такое? Так вот где работает группа Беннета. Похоже на то, тут обычно все взлетает на воздух, так что доступ ограничен. По-видимому, его имя Болдуин. У этого парня написано Арчибальд на ярлыке его костюма. Это Франклин. А это кто? Иди сюда. Это Антуанетта. Ага. Привет, Флоренс. Как дела? Мы открыли, что добавление темной материи в тесто улучшает вкус шоколадного торта на 15%. Никому не говори. Оки-доки. Это Лектор. Имя на руке костюма Бланш. У этого парня... Это Арчибальд, это Франклин. Дайте... Сука. Журнал пользователя. Они следят. Кто следит? Никто ни за кем не следит. Всем на нас похуй. У этого человека нет ярлыка на костюме. Ничего интересного. Найден вырыватель языков. Взять его? Нет, положить его обратно. Верно, мне следовало это знать. А в смысле, может быть, я хочу взять вырыватель языков? Это очень полезная вообще вещь в хозяйстве. Да. Я могу открыть ее. Что это за жижа? Образец для исследований, поставщик органов. Смотри, но не трогай. Ладно. Двейся в сторону. Дверь сканирует глаз мальчика. Ёпта. Одна дверь из трех ведет к смерти. Жуть. Так, намек понят.
Открой дверь и умри. Выживи, получи приз. Вау, так это взаправду? Хочешь проверить? Конечно. Дверь 3 открыта. Бум. Плохая концовка. Премия Дарвина. Окей, хорошо. Сейчас мы откроем вторую дверь. Дверь 2 открыта. Ничего не происходит. Открыть еще одну дверь. Дверь 1 открыта. Ничего не происходит. Получены аплодисменты. Спасибо, 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 спасибо. А, ой. Подождите, а мне реально нужно какую-то дверь открыть или что? Получена лазурная лента. Ага. Теперь у нас есть ленточка. Красивое. Как следует очень занятым. Так, мне еще надо где-то пошляться с пиздюком или что? А ну, салаги, право руля! Поднять паруса! Якорь вам в жопу! Как же я обожаю этот донат. Сразу вспоминаю свою любимую аниме Анипиечи. Два раза пересматривала и перечитываю мангу. И, кстати, у меня маленький вопросик, а когда ты продолжишь играть адвокатов? Я думаю, в следующем году вернемся к адвокатам. Спасибо за донат, Яката. Вот, аниме One Piece, да, очень классное. Спасибо, спасибо за донат. Привет, маленькая Шарлотта и Феликс. Так как вы здесь, не хотите примерить кое-что из одежды? Че за хрень? Шарлотта закрывает рот Феликса своей рукой. Конечно же, мы примерим. Это платье еще красивее, чем то, что справа. Платье в горошек. Еще одно платье в горошек. Так дай платье. Эйден любит порядок. Даже все его манекены на своих местах. Красивое платье. Еще одно платье. Платье. Еще одно платье. Так а как мне примерить платье, братан? Может, мне надо было ленточку надеть на пацана? Так, вестибюль. О, там Беннет телек смотрит. Давайте пойдем к Беннету. Беннет выглядит грустным. Привет, Беннет. Ты помер или как? После 1037 эпизодов и 10 спешлов они наконец-то признали друг другу вечной любви. Под своим защитным костюмом я сейчас умираю от сложных чувств. Давай оставим его до тех пор, пока он не будет готов вернуться к жестокой реальности, хорошо? Я прекрасно понимаю Беннета. Тут ничего интересного. Давай сюда. Это моя комната. Ну, старшая сестренка собирается пойти спать. Что насчет тебя? Мне не нужен сон. Я возьму бутылку с мылом и измерю твои мозговые волны, пока ты спишь, глупый человек. Похоже на план. Полагай, мне не требуется составлять тебе компанию в ванной. Да ни за что на свете, иди спи уже. Спокойной ночи. Ну, я пошла спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Сет. Что-то скользкое вползает в комнату. Ну, это просто мой личинка-кот. Ну, пустяки, блядь. О, личинка-кот. Бытовая ситуация абсолютно, типа... Однажды мой кот превратился в личинку. Или он все время был личинкой, которая превратилась в кота? Личинка-кот утверждает, что собирается удобно устроиться на моей кровати. Привет. Прости, опоздал. Хорошего стрима, Кусь. Привет, Кино Винуар. Спасибо тебе большое за донат. Добро пожаловать.
хороший кот. Бля. Ну, я бы не хотела, чтобы Богдан превратился в личинка кота, честно говоря. Но если Шарлотте заебись, я осуждать не буду. Типа, бытовая ситуация. Шарлотта гладит личинка кота. Он мурлычет. Шарлотта мирно засыпает. Блядь! Что это был за звук? Да и Феликс обещал скоро вернуться. Он потерялся в доме? Как насчет того, чтобы пойти поискать его? Может, возьмешь перцовый баллончик? Огнемет был бы более эффективен, ты так не думаешь? Так, давайте сохранимся. У нас какие-то непонятные звуки, хрен знает. Феликса здесь нет. Просыпаешься, у тебя боди стала мяукающей огромной личинкой с ушками. Нет! Тогда и няшек тоже должен стать личинкой с ушками. О, няшек, здравствуйте. Няшек, ты пришел на мое истерическое нет? Няшек, что такое? Мяу? Что такое? Мяу-мяу? Может, ты на коленочки хочешь? На коленочки хочешь? Сейчас, девочки, подождите, тут важный диалог с няшиком. Что такое? Мя? Тебя погладить надо? Ну иди сюда. Ну залезай. Ну залезай на коленочки. Ну что ты как не родной-то? Ты к Богдану в гости? Обнюхиваешься? Что ты пришел, чтобы тебя потесунькали? Чтобы тебя потесали? Да? Где? Что такое? Няшек? Что такое? Ну иди на коленочки-то уже. Ну иди ты. Не хочет идти. Я не понимаю, что он от меня хочет. Няпушка. Няпик. Ну чё, мой хороший. Ну чего, почесайте. Девочки, не могу. Ты мой личинка-котик, да? Ты личинка-котик. Ты хороший личинка-котик, да? Ну все, няпик, мне надо работать. Работать надо. Ладно? Мы? Что? Что? Теперь все равно тебе надо... Ну, девочки, ну все, пизда рулю. Он требует, чтобы я его все равно чесала. Няпик, ну что такое? Ну что такое, мой хороший? Что такое мой хороший мальчик? Он не мой сладкий. А он все равно на полу, я не включу вам вебку. Он все равно на полу сидит, мой сладкий котик. Мой пушистый, мой покой. Пушистый такой сладкий. Так, ладно, давайте это самое. Феликса здесь нет. Тут Беннет. Беннет храпит во сне. Ну, очевидно. Так, а это телек... Няшек. Что, мяу? Ну, иди-ка. Ладно, иди ко мне на коленочки. Иди ко мне на коленочки. Все. Все. О, он требовал, чтобы его подхватили и положили на коленочки. Он этого хотел. Он хотел, чтобы я взяла его на ручки и положила на коленочки. Он сейчас будет мурлыкать. Что, няшек, я заговорила про личинка котов, и ты сразу пришел? Да? А слышите, как он тарахтит? Вы слышите? Как же меня давно не было. Я пропустила весь марафон по играм на RPG-мейкерах. Зато похвастаюсь, что на днях прошла «Завтра не наступит без» от тех же разработчиков Шарлотки и почти поняла сюжет. Ой, я, кстати, ее тоже хочу пройти. Она у меня уже куплена в Стиме. Вот ее я тоже хочу потестить. После Шарлотты можно будет. Спасибо большое за донат. Здрасте. Спасибо большое. Тарахтелка. Тарахтелкин, да? Кто такой Тарахтелкин?
Ну-ка, сейчас, дайте, а еще сделаем. Хватит, Джепа слипается. Ну я не могу, ну он так сладко тарахтит, я не могу его отпустить. Простите, чат, я не могу. Он такой хороший, он такой сладкий, он такой божественный. Он так тарахтит. Он так прям твой, я не могу. Вадим, забери кота, он не дает мне стримить. Вадим, помоги. Ну ладно, все, няшек. Давай, ты хочешь, лежи на коленочках. Я все. У меня тут это, личинка коты. Покрывающее экран стекло исчезло, войти? Да, конечно. Феликс не мог уйти отсюда, верно? Что это за место? Не припоминаю, чтобы в нашем доме был прямой проход в замок принцессы. То слишком темно, чтобы что-нибудь увидеть. То, что тебе нужно, ты найдешь вверх по лестнице. Блин, вот это локация, конечно. А что это вообще? Это гробы какие-то? Но они не прикроются. Сегодня день меня. Именно так, Шарлотта. Спасибо тебе большое за донат. О, блядь, что я сделала? Куда я вышла? Где я? Дождик, дождик, пора замолкать. Малютка Тедди хочет поиграть. Блядь, я нихуя не вижу. Человеческая таксидермия, выпусти зверя, охота, человеческие права и спорное значение природы. Щедовидная железа, 101 праздничный рецепт. Чё нахуй? А теперь это жутко. Это мое воображение или его глаза шевельнулись? Чьи глаза, блядь? Я нихуя не вижу. Чьи глаза? Потянуть. Ладно. Меня сожрал плюшевый медведь. Окей. Так, а... Как свет включить в этом здании? Дождик капает, дождик льет, а старый медведь жутко ревет. Человеческая таксидермия? Подождите. Это игрушки довольно милые. Полноценное руководство по снятию кожи и потрошению. Homo sapiens готовим с азартом. Интересно, почему здесь везде игрушечные медведи? Блять, мне тоже очень интересно. Так, взять фонарь, да. О, бля, слава Христу, все теперь видно. Господи, девочки, как хорошо-то. Все, живем, живем. Какое-то окно, дверь, открыть дверь. Плохая концовка, застрель на насмерть. Понятно. Ну все, няшек, не говнись, не тарахти. Так. Ага. Трещина в стене, оттуда доносится низкое рычание. Это мое воображение или его глаза шевельнулись? Так, если мы дергаем веревку, на нас нападает огромный мишка. Просто желтый плюшевый мишка. Ничего страшного, совсем.
Так, окей, хорошо. Тут у нас непонятно что, блядь. Угу. А как я на улицу вышла? А, это здесь дождь капает. Да что там написано еще раз? Дождик-дёжик, пора замолкать. Малютка Тедди хочет поиграть. Так, а если я в той комнате дерну за веревку? Что будет? Ничего не произошло. Так, окей, хорошо. Блять, сука, я запуталась в кнопках, нахуй. А куда мне от него надо убежать? Няпичек. Мы шлятки. Давай, иди гуляй. Мне тяжело с тобой. Я ничего не понимаю, что происходит. Так, ну, предположим, мне его нужно заманить вот в эту комнату. Дождик капает, дождик льет, а старый медведь жутко ревет. Так. А что тут теперь происходит? Что такая музыка нагнетающая? Блять, да? Сука, блядский медведь. Да, ёпрсте. Я за него, я от него заныкалась в этой комнате. И чё дальше? Теперь у меня дождь в этой комнате тоже. Мне нельзя, блядь, играть в эти игры, я ссыкло. Так, этот медведь, он теперь где? Он где-то там тусуется или что? Блядь, да ёбаный нахуй, он меня напугал! Блядь, нахуй я вообще этот марафон хоррор-игр устроила? Блять, да ёб... Да пошел ты нахуй! Монопума, прекращай! Монопума, отъебись! Так, теперь здесь дергаем, да? Я больше не слышу никаких звуков. Войдем. Блять, ну погнали. Давайте сохранимся на всякий. Так, у нас кухня. Внутри ничего нет. Получен ключ от задней двери. Немного овощей. Несколько кастрюль. Это плита. Капуста и помидоры. Капуста и помидоры. Это плита. Раковина.
Кликается плита. При виде Шарлотты из глаз маленькой девочки хлынули слезы. А, мне очень жаль, я могу как-то помочь? Ты потерялась? Ну разве ты сама не потерялась, старшая сестренка? Не бровь, а в глаз. Уходи, Фрей, не говори с незнакомцами. Не, ну в смысле, девочка бормочет себе что-то под нос, прогуливаясь туда-сюда. А что, она просто гуляет по этому коридору? И тут две двери. Ага, окей. Так, прекрасно. Миллионы, миллиарды лестниц. Медвежата полуночи. Внутри ничего интересного. Внутри ничего интересного. О медведях и людях. Бля, шо, шо? Я нихуя не понимаю, что в этой игре происходит, но... Тут игрушечные кролики. Взять одного. Зачем тебе нужен еще один? Он милый. Получен игрушечный кролик. Медвежья фабрика. Милый мед. Милый мед, блядь. Может, мне сюда куда-то надо поставить медведя? Ой, кролика. Нет? Окей, ладно, хорошо. Мы взяли кролика. Что музыка такая нагнетающая? При виде игрушечного кролика глаза девочки загорелись. Хочешь, дам его тебе? Не могу взять его. Конечно, держи. Спасибо. Твои глаза похожи на яичные белки. Приму это за комплимент, наверное. Я ищу маленького мальчика. Он, должно быть, тоже потерялся в этом месте. Ты случаем его не видела? Нет, тут никого нет, кроме Фрей. Понятно. Должно быть тебе очень одиноко. Фрей самой по себе хорошо в любом случае. Потеряйся уже, если не собираешься оставаться. Раздался звук открывающейся двери. А где дверь открылась? Блять. Пройдет лишь тот, кто ключ с собой несет. Они ведь не живые, не так ли? Так. Кошачья комната. Не смотри в зеркало. Возьми перерыв. Медвежья комната. Надеюсь, там нет настоящих медведей. Так, надо еще раз сохраниться. Только вперед. А, понятно, только вперед. Ну, блядь. Кошачья комната. Не пей из правой чашки. Красивые цветы. Кошки не лгут. В камине танцуют языки пламени. В камине танцуют языки... Да подожди. Огонь обнимает меня. Да схуя ли он меня обнял? Я была против обнимашек. Дайте угадай, если я выпью из правой чашки, я сдохну, да? У меня кружится голова. Не пей из левой чашки. Из левой тоже нельзя. Ну мы тогда из левой тоже выпьем. Камины еще, блядь, обнимаются. Плохая концовка. Сгоревшая дотла. Угу, понятно. Так, короче, мне нельзя ни из правой чашки пить, ни из левой нельзя чашки пить. Мне ничего нельзя пить. В камины тоже лучше не заходить. Камины сделают бобо. Ладно, так, с кошачьей комнатой разобрались. Так, окей, у нас там медвежья комната. Делия, сам, привет, спасибо тебе большое за подписку 15 месяцев подряд. Ничего интересного. Ничего интересного. Такое чувство, будто эта игрушка может начать двигаться в любую секунду. Ну, у них есть 25-е издание альманаха научной фантастики. Может, возьмем его? Дай 5, собрат, нет.
Вы даете 5 Шарлотте. Получен альманах научной фантастики. Так, а нахуя он нам нужен? Жутко тяжелый. Что ты сделала с альманахом? Я могу кого-то уебать книжкой, да? Угу, это хорошо. Тут под салфеткой ключ. Белые цветы мои любимые. Дверь не открывается. Может быть, нам что-нибудь использовать? Бросьте книгу медведя. Да! Фух, сработало. Не стоит недооценивать силу слов. Так, понятно. Дверь открыта. Зеркальная комната. Так. Не смотри в зеркало, поэтому сейчас знаете, что мы сделаем? Мы посмотрим в зеркало. Зеркало показывает сокрытое. Не? Ладно. Так. Медведь, маленький полярный медведь. Короче, все про медведя, унесенный медом, убить кролика. Долина медведей спи в берлоге богати. Девушка с татуировкой медведя, властелин медведей, медведь-колдунья, платяной шкаф, медведь и мир. Медведь Руперт, Винни-Пух, жизнь и приключения Гризли Адамса. Господи, как много всего про медведей. Какой ужас. Эта дверь закрыта. Зеркало показывает будущее. Вау, похоже на фотошоп. Так, окей. Но когда я включаю, здесь что-то появляется. Книги, книги, книги. И какая-то дверь появляется. Ага. Дверь закрыта. Так. Так, ну вот я на себя посмотрела в зеркале, а что дальше? Тут какая-то пустота вообще. Потому что мне надо было что-то с кошками сделать. Не пей из правой чашки, говорит мне кошка. Окей. Не пей из левой чашки, говорит мне кошка. Короче, кошки мне говорят не пить из вот этой чашки. Угу. А если я выпью? Если я возьму и выпью? У меня крутится голова. Так, я выпил обе чашки. Я уже выпил из чашки. А, я сгораю, если я это самое... Если я пью из чашки. Понятно. Блять. Придумывают нахуй загадок. Короче, вот эта кошка говорит не пить из правой чашки. Эта кошка говорит пить из левой чашки. То есть ни с какой чашки нельзя пить, да? То есть для нее левая это вот это, а правая вот это. Что мне делать тогда? Войди в правый камин. Красивые цветы. Так. Заебись, я зашла в камин. Спасибо нахуй. Так, сейчас, подождите, чат, сейчас. Сейчас, девочки, я включу мозг, и я все сделаю. Вы не переживайте. Значит, войди в правый камин, тут сказано. А тут сказано, что кошки не лгут. Кошки не лгут, но шкафы могут лгать, да? Поэтому... Ладно.
тупая, походу, девочки. Ясно. Так, прибухнули, понятно. Так, в той комнате ёбаные медведи. Я выпила, значит, короче. А если сюда зайти? Нет, тоже хуйня. Блять, я не понимаю! Вы ничего не видели. Да сука. Ладно. Мне не особо помогло то, что я прочитала прохождение. Как вы можете видеть. Огонь обнимает меня. О-о-о, мы прошли, заебумба. Получено кольцо. Что нам с этим кольцом делать? Крё! Эли Нервов, чатику добрайкет. Мне хату, как у Шарлотты. Хата, как у Шарлотты, это заебись. Это я уважаю такое. Спасибо большое, Хина Винаар, за донат. Спасибо. Так. Теперь мне нужно что-то сделать с кольцом. Зеркало показывает будущее. Похоже на фотошеп. Книги, книги, книги. Ага. А тут теперь вообще нету никакой двери. Понятно. Дверь открыта. Такие психоделические. Съешь кашу. Завески тяжелые. У каждого была миска для каши, стул и кровать. Они были честными, добродушными, доверчивыми медведями. Однажды в их дом пришла девочка. Возможно, она не была хорошей, честной маленькой девочкой. Для начала она заглянула и, никого не увидев в доме, подняла щеколду. Понятно. У нас какая-то охуительная притча про медведей. Давным-давно жили-были три медведя. Маленький крошечный медвежонок, средний медведь и большой огромный медведь. Посиди на стуле. Ну, это понятно. Я знаю, как закончилась история трех медведей. А что насчет тебя? Медведи убили незваного гостя. Незваный гость убежал через окно. Да, давайте через убежал. Да, но мы не в сказке. Убежал. Поспи на кровати. Если бы она была хорошей девочкой, она бы подождала, пока медведи пригласят ее в дом, так как они были хорошими медведями. Но она была грубой, плохой, очень плохой девочкой. Так, ага, понятно. Короче, надо съесть кашу, посидеть на стуле. Съесть кашу. Только не это опять. Что-то не так? Это звук часов по умолчанию. Да кто еще его использует? Пожалуйста, давай уйдем из этого ужасного места, как только найдем Феликса. Тик-так, тик-так. А тут уже вся каша съедена. А, вид средней миски с кашей заставил меня немного проголодаться. Съесть ее? Каша слишком холодная, фу. Так, мы захавали кашу. А что мне тут сделать надо? На стуль посидеть? Найден серебряный ключ. Ага. Коллекция сказок с медведями аккуратно расставлена. Тут ничего интересного.
Хорошо. Так, стул. Посидеть на стуле. Он сломался. В последнее время я поправилась. Да, ты ч... Ты съела мою кашу! Ты сидела на моем стуле! О, блядь. Плохая концовка, ты была плохой, очень плохой девочкой. Но я не специально! Ну, была и была, чё бубнить-то? Поспи на кровати. Я неплохая девочка, я хорошая. Посуда, немного трав, скучно. Так, секундочку. Найден серебряный ключ. Вот у нас теперь есть ключ. Что нам этот ключ дает? А, нихуя нам этот ключ не дает. Куда этот ключ-то потом ставить? Давайте порежим на кровати. Она слишком высокая для меня. А это кровать. Слишком тоже высокая. А это? Все кровати для нас высокие. А, понятно. Все ясно. Ты спала на моей кровати. Ну спала и спала! Дверь не открывается. Куда идти-то, ёбаный нахуй? Да! О! Че, я выжила? Нихуя себе, я выжила. Нет, здесь мы уже были. Зеркало показывает будущее. Будущее похоже на фотошоп. Так. Вещи. У меня есть какой-то серебряный ключ. Куда-то надо заюзать серебряный ключ. А где его надо заюзать? Тут же была какая-то дверь, по-моему. Нет? Ебать, какая сложная игра. Я ничего не понимаю. Чувствую себя дурой. А, все, эта дверь не открывается. А. Тут ничего нет. Или есть? Игра залагала... Ну, это так и должно быть, да? Или так не должно быть? Что у меня тут что-то непонятное с экраном. Крё! С потерей меня донатной девственности. Надеюсь... Что ты будешь дальше проходить, Шарлотту? Там дальше очень интересно. Хочу уточнить, что есть еще доп. Игра по Шарлотте и Эвенсгате. Зацени после 3 эпизода. Да, я знаю, я знаю. Я посмотрела, что 5 игр есть по Шарлотте. 2 из них как бы не по таймлайну. Спасибо, знат, Камилев. Крё! Человек реально в ответ на мои мемы, купивший бан на меня. Спасибо, мне лестно за потраченные средства. Вадим, а зачем ты купил бан Шарлотты? Зачем ты это сделал, Вадь? Объясните свою агрессию. А ну, салаги, право руля! Поднять паруса! Якорь вам в жопу! Игра про ожившие игрушки, которые начинают убивать. А я как раз периодически шью игрушки на продажу. Класс, сон отменяется. Да ладно, Каланхоя, вот я сейчас сижу, сзади меня стеллаж весь забитый игрушками. И медведь еще тоже лежит здоровый такой белый. Мне вообще нормально.
Вот ты где, маленькая воровка! Ха-ха, попалась! Выбери в комнату, которую будешь ожидать своего наказания. Ебать. Комната заполнена чистым кислородом, так что мне возможно дышать. Охуенно, блядь. Ха-ха! Выбери говно или залупу, маленькая девочка. Так, я выбрала комнату со львами. Львы уже не ели долгое время. Львы меня скушали. Ага, понятно. Прекрасно. Слушайте, ну я нахуй в восторге. Этот день не может быть еще хуже, верно? О, так под комнатой пыток они не имели в виду, что меня будут тут пытать. Но не похоже, чтобы эта комната как-то отличалась от остальных. Да, нормально. Дефолтная комната, в принципе. Мать, ты чё? Что вообще в этом доме, блядь, происходит? Дверь не открывается. Ясен хуй, она не открывается, но я должна была попытаться. Вау. Ошибка. Что-то не так, Сет? У меня проблема с программой. Это означает, что я могу делать все, что захочу? Нет, я просто не могу выйти из меню перемотки. Но это очень плохо. Нихуя тут вообще взлом четвертой стены! Блин, прикольно сделано. А, я могу вот здесь сохраняться. Блин, как классно сделано, девочки, слушайте. Но я все равно продолжаю управлять главной героиней. Похоже, мы можем войти. Магическая ошибка. Но я в некотором смысле теряю контроль над главной героиней. Выходит, у меня программа лагает. Феликс? Ты... Я нашла тебя. Не волнуйся, старшая сестренка здесь, чтобы помочь. Не могу дышать. Сию же секунду прекрати это рациональное выражение привязанности. Шутки в сторону. Как ты попал сюда? Я потерялся в твоем доме. Я ни за что не куплюсь на это. В любом случае, нам нужен план. Я не собираюсь сидеть здесь и ждать, пока медведи не используют нас для этой черт дерьмовой таксидермии. Медведи? О чем ты говоришь? Разве они не поймали тебя? Простите? Я только пришел сюда и понятия не имею, о чем ты говоришь. В любом случае, тебе правда не стоило идти за мной. У тебя ведь совсем нет никакого оружия при себе. Только книги. Сет против насилия. Пожалуйста, извини меня, но я пока шлепну себя рукой по лбу. Хорошо, что мы встретились до того, как ты смогла влезть в еще большие проблемы. Хорошо, хорошо, я поняла. Прости, что стала обузой. Но теперь с этим ничего не поделаешь. Все же, что ты на самом деле здесь делаешь? Ну... Высока вероятность того, что оракул, принявший физическую форму, появится в этом измерении. Такое явление случается раз в тысячелетие. Какой нахуй оракул? Я потом пойму, что происходит в этой игре, или не пойму? Есть версия, просто... что Шарлотта это фиксик. Лишь бы не было фанфиков по типу Нолика. Шарлотта это фиксик. Ага, хорошо, ладно. Спасибо за донат, Хина. Оракул? Что это? Для тебя они равны богам. Вкратце, они сущности, способные создавать маленькие вселенные. Сейчас я не буду вдаваться в детали. Не похоже, чтобы твой тщедушный мозг был способен понять все это. Звучит забавно. Он опять за мной таскается. Что это? По-видимому, дрон-охранник. Похоже, этот сломан. О. Найдено что-то хорошее. Взять это? Ну, давайте. Найдена смена музыки фона. Это издевательство сейчас или что? На этой двери отсутствует деревянная ручка. Давай поищем. Я не пойду назад. Это что за хуйня? Найдено что-то отвратительное. Взять это?
Давайте возьмем. Найдена лазурная лента. Как она может быть лазурной, если она все же серая? Блять, музыка просто пиздец. Найдено что-то хорошее. В коробке ничего нет. Так, давайте... Найдены рисовашки! Бонусные арты. О-о-о! Это типа мы с Феликсом? Найдена лазурная лента. Еще одна лазурная лента. Найдено что-то хорошее. Получена черная дыра. Охуенно, блядь, спасибо! Спасибочки огромнейшие. Угу. Телики, 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 телики и телики. Не, ну просто обосрамбус вообще с этими штуками. Короче, черную дыру не трогать, я поняла. Ну, поменяем музыку, естественно. Музыка очень классная, мне нравится. Так, теперь мы скотч нашли. А, сохранение. Еще один скотч. Да схуяли, черная дыра, это что-то хорошее! Почему лазурная лента это... Бам. Все дроны стали смертельно опасны. Ясно. Найдено мыло. Понятно. Охуенно. Ответь на вопросы. Дети остаются заперты, понятно. Зал невежества. Войти? Да. Ладно. Так, подождите. Найдены еще одни рисовашки. Так, тут слишком много всего, мне страшно. Так, рисовашки. Ага, хорошо. Что тут у нас еще есть приколдесно? Получена черная дыра. Да хватит мне давать эти черные дыры! Я не понимаю, что за токсичная игра? Да блять! Найдена шутка. Ты не можешь стрить нас всех. Нет, но я могу стрить тебя. Ясно, пошла нахуй. Давай, что ты ржешь? Сука, еще ржет надо мной. В этой двери отсутствует дверь. Да-да-да, короче, ладно. Хуй с этими коробками. Зал невежества.
твою мать. А чё, куда идти-то? Они всегда следят, кто они. Ладно, следят так следят, господи, чё бубнить-то? Тут есть книга, которая выглядит неуместно. Прочитать ее. Давным-давно жил, да был крошечный бог. Крошечный бог создал крошечную вселенную, наполненную крошечными людьми. Крошечные люди создали еще больше крошечных людей и крошечных вещей. Вступив в крошечные войны, стали крошечными кучками праха. Счастливый конец. Да обоссаться. Крё! Игра троллит стримера на протяжении часа. Угу, ясно, Кун. Спасибо. Спасибо за донат. Вопрос номер один. 2+1 равно 3. Наверное. А, мне нужно найти все вопросы, что ли? Открывать коробки бессмысленно. Блять, понятно. Тук-тук. Ясно, не буду открывать коробки. Не вижу зла, не говорю о зле, не слышу зла, не получаю удовольствия. Творю добро. Ложь написана за главными буквами. По-моему, забавная шутка была. Умираю от смеха. Да ну вас жопу! Смеются еще надо мной. Еще вы надо мной будете смеяться. Шарлотта, какая ностальгия. Вот она, одна из причин, почему я везде искала глубокие смыслы и так сдала литру. Столько теорий, столько сахар с Феликсом. Спасибо, что проходишь эту прелесть. Да пожалуйста, РН. Надеюсь, получаете удовольствие. Спасибо за донат. Надеюсь, что это отвратительно. Не будем еще отвратительно брать. Так, дай пройти, братан. Короче, мне нужно найти ручку дверную. Не, ну в этой игре очень много глубоких смыслов, я в восторге. Дай пройти. Куда идти-то? Ёб твою мать. Нет, игра глубокая, конечно, но я нихуя не понимаю. Уж я тупая слишком для таких игр. Да дай пройти. Да ёбарасы ты! Да... Господи, ты боже мой. Нет, нихуя. Открывать коробки бессмысленно. Может быть, мне наоборот их надо открыть? Может, мне уже какой-нибудь разъебать дрон? Я не понимаю, что делаю. Зачем ты туда-сюда ходишь? Наверху еще есть место. Подождите. А как я туда попаду? Я туда не могу попасть! Они всегда следят. Я не могу, девочки, я кругами хожу! Иди влево, иду. Нихуя себе! Не читай, прочитать. Блять, да!
Извините. Мразь, а? Не смешно! Да... Сука, что за управление? Дай пройти. Тук-тук. Вопрос номер 4. Производная от Е5? Это просто нечестно. Очень легко, ответ 0. Надо записать. Значит, у нас... Короче, сначала у нас тройка, потом два пробела, и последний у нас ноль. Ага. Так, все, подожди. Так. Производная Е5. Умные все такие, обосраться. Вопрос 3. Что меньше 6 и больше 4? 5. Я вообще, ну, человек с образованием. Так, ладно, мы начали опять. Так, это я помню, это не читать ту хуйню. Как мы здесь оказались? Меня тошнит от этого рационального дерьма. Вопрос номер 2. Поверните 9 вверх ногами. Какое число получится? 6. Кто прочитал, тот сдохнет. Да, буквально, блядь, кто прочитал, тот сдохнет. Так, как отсюда выйти, ёкарная? Понастроить библиотек. Так, 3, 6, 5, 0. Надо сохраниться. Я знаю эту игру, она меня опять подъебывать будет. Ёб твою дивизию. И что? Тут тоже миллиард говна? В коробке ничего нет. Угу. Найдена лазурная лента. Найдены рисовашки. У меня уже столько этих рисовашек. Получен драматичный эффект снега. Спасибо. Еще рисовашки. Давайте посмотрим еще. А, те самые. Еще рисовашки! Ура! Больше рисовашек! Богу рисовашек! Те же самые все. Эта коробка неожиданно тяжелая. Найдена дверная ручка. Ура! Все, по съебам. Че этот снег, блядь, летает? Что происходит вообще в этой игре? Она подходит. Нет, мы сначала сохранимся, братан, а потом уже пойдем разбираться. Блять, где мой телефон? Боже, можно вернуть, пожалуйста, музыку нормальную, страшную. Со страшной музыкой как-то, ну, попроще было, девочки, попроще. Так. Глаза, глаза. Угу. Что? Пароль необходимый для ХХХ. Я не очень хорошо запомнила его, прости. Тогда я введу его. Очень плохо. Так, а как мне понять, какой нахуй пароль? Какой же пароль?
Так, я смотрю на глаза. И что, я на них смотрю? Я нихуя не понимаю. Не могу понять, эта игра сделана для того, чтобы я почувствовала себя самым тупым человеком на свете, да? Последовательность. Так, на лесенке глаза. Не, ну это понятно. Так, ну вот, значит, ну вот, бля. Ну вот, если, например, брать вот с месте X последовательностью, да, вот на месте вот этой штуки был глаз, нарисованный, смотрящий вправо. Последовательность, как смотреть глаза на лестнице. Так. Тогда откуда начинать? А, ага. Так, сейчас попробуем. Так. Так, сейчас попробуем. Подожди, сейчас. Я, блядь, как будто пентагон взломала. Так. Тогда ты бы его и ввел, сидит тут, выебывается, Феликс. Yes! Я такая умная, просто пиздец. Поздравляю. Блять! Не понял. Его головы нет? Это что? Этого не может быть. Разве мы не можем что-нибудь сделать? Это бесполезно. Не важно, что ты сделаешь. Он в конце концов... Кто это вообще? Это та девочка, которая с нами разговаривала? Я нихуя не поняла вообще, почему ты сразу стрелила. Надо же, у мисс Уайлдшайр новый кукловый. Хи-хи, что ж, надеюсь, ты насладишься этой игрой. Удачи вытерпеть все эти смерти, ведь это только начало. Спасибо, Q84, за донат. Спасибо большое. Очень вовремя. Это та девочка, с которой мы разговаривали? Это Фрей, да? Это бесполезно. Не важно, что ты сделаешь, он в конце концов так или иначе умрет здесь. Кто ты? Человек с четырьмя глазами рассмеялся. Делай такое лицо, это тебе не идет. Я библиотекарь, но видишь, больше никто не приходит сюда читать. Так или иначе, бессмысленно плакать над мертвым куском мяса. Как ты можешь? Я обещала присмотреть за ним, но... Ну-ну, не все еще потеряно, за исключением его головы помогаю. Подожди, не бей меня за это. Тогда что полагаешь мне делать? Переключить канал. Это все. Как это поможет мне? Сама увидишь. Возможно, тебе повезет достаточно, чтобы изменить историю. Почему я должна поверить тебе? Я не говорю тебе делать что-то немыслимое, не так ли? Кроме того, я довольно хорошо осведомлен о том, как работает это место. Прости, я слишком увлекся. Это первый раз за последние годы, когда я разговариваю с настоящим человеком. Дверь открыта. Разве тебе не надо спешить? Верно, тогда прощай. Пока-пока. Будь осторожна, если встретишь на своем пути палачей. Они не такие хорошие, как я. Взяли, убили пацана, пиздец. А что, ты тут просто стоять будешь? Шарлотта сдерживает слезы.
Войти в телевизор. Канал не работает. Так, комната ожидания. Надо сохраниться. А чё тут телеки все не работают? Так, а как переключать канал-то? Широта переключает канал. Мне нужно смотреть тут побольше, прежде чем идти туда. Опа. Феликс? Ты? Это правда ты? Что за вопрос? Конечно, я. Я только пришел сюда. Неужели? Не, почему ты плачешь? Я просто рада, что ты цел и невредим. Феликс вздыхает. Да ладно. В любом случае, тебе не стоило идти за мной. Я щипаю Феликса за щеку. Мой долг приглядывать за тобой, глупышка. Недооценивай меня и мои великолепные навыки сторожа. Я думал, ты станешь ругать меня за то, что я убежал. Ты пришел сюда по какой-то причине, верно? Я не буду ругать тебя. Просто будь в безопасности. Ладно, наверное. Ты странно ведешь себя. Ты придумываешь. Возьми меня за руку, чтобы мы не разделились, хорошо? Это совершенно не нужно. Никакие возражения не принимаются, как любит говорить Сет. У нас тот же самый код, да? Впервые мне приходится решать головоломки для того, чтобы открыть дверь. Смешно. Не волнуйся, я думаю, я знаю ответ. Музыка еще такая началась драматичная. Давай вместо этого подвинем ее. Найти дверная ручка. Ага. Она подходит. Так. В этот раз что мы будем делать? С дверью мы пожертвуем с собой или что? Я веду его. Нет, не трогай это. Почему ты так внезапно начинаешь осторожничать? Мы были уже один раз здесь. Я переключила канал и... Переключила канал? Что это хоть значит? Не думаю, что сама понимаю. После того, как я это сделала, я вернулась в точно такое же место, но некоторые вещи изменились. Например? Например, ты все еще жив. Я умер прямо здесь? Тебе отсекли голову. А. Тогда что нам делать? Я пойду первая. Сет сможет сделать перемотку, если я умру до окончания срока годности. Кроме того, я не могу позволить себе потерять тебя снова. Это просто глупо. Это единственный выход. Так, вводим пароль. Неверный пароль. Схуяли, он неверный. 3, 1, 2, 2. 1, 3, 1, 2. А что, он теперь неверный? Он теперь другой стал совсем?
Да. Он поменялся, что? Да, он поменялся. Сейчас, секундочку, девочки. Тут все, все поменялось, все по новой теперь. Так, хорошо. Значит, это самое. Так, если у нас все по новой, то получается у нас, как это? Значит, подожди. 1, 3, 2, 2. Три, один, два, один. Ага, теперь у нас такой пароль. Ой! Так, 1, 3, 2, 2. 3, 1, 2, 1. Хорошего дня. О, нормально. Войти в телевизор. Окей, хорошо, сохранимся еще раз. Канал не работает. Нам теперь в этот телевизор? Не то чтобы красивый телевизор. Блядь, что там на фоне вообще? Выхода нет. Понятно, спасибо. Буду знать. Место гуру. Чё нахуй происходит? Я не верю тебе, уходи. Цветочная леди игнорирует нас. Чё ты меня игнорируешь-то? Блядь, чё они орут-то? Воткни иглу в глаз. Эта дверь пялится на меня. Место изобилия. Дверь не открывается. Место счастья. Дайте угадаю, сейчас надо мансить от вот этих бошек. Или чё? Тут что-то счастьем даже не воняет. А. Бля, мне прям... У меня глаза просто умирают от всего этого, если честно. Не могла бы ты быть столь доброй принести мне содержимое черной коробки? Содержимое желтой коробки. Зеленой коробки. Так у тебя как... Вам постоянно меняются, какие вам коробки надо, женщины. Мои самые большие страхи — это мясо и гранаты. Мясо красное, фиалки голубые. У цветов, которые лгут, плохая память. Мясо красное, фиалки голубые. То есть вот эти цветы, они все время забывают, они пиздоболы, да? Спасибо большое, Родован, за подписку. Целых 4 месяца. Блять. Вот, да, спасибо. А тебе мне нельзя с этими пушками пересекаться. Охуенчик. Ребят, кто шарит? Мы долго будем в этой локации, потому что у меня очень от нее глаза бубу. Может, мне нужно тут эти все гранаты расхуячить?
Меня просто пугает, как эти гранаты орут, честно говоря. Правильно, вы не орите. Да. Мне уже как-то гранаты захуячить, да? Нет? Женщина! Так, они схуяли, они орут. Бля, мне очень некомфортно, что они орут. Мне очень вообще здесь не нравится. Очень некрасивая локация. Сука, тварь, чё ты дергаешься, блядь? Ты можешь жопу свою успокоить? Сейчас будет нехорошо. Так, мы все большие страхи, мясо и гранат. Так. Синюю коробку, черную коробку, черную коробку, желтую коробку, желтую коробку, зеленую коробку, синюю коробку, желтую коробку, зеленую коробку, черную коробку, синюю коробку, желтую коробку, красную коробку, красную коробку, красную коробку, зеленую коробку. Короче, вот этой надо принести содержимое красной коробки. Где мне здесь красную коробку? Мясо и гранаты. Цветов, которые лгут, плохая память. Так, надо найти красную коробку. Может, она где-нибудь тут как раз? Где вот эти орут? Это сейф. Это красная коробка. Нет, это не красная коробка. Блин, где мне красную коробку? Выхода нет. Это я знаю, что выхода нет. Мне надо пройти так, чтобы никто не заорал из гранатов. Она мне не верит. Так ты, сука, ты, а? Не верит мне, блядь. Так, туда я никак не могу пройти. Туда я никак не могу пройти. Это место счастья. Стрёмно, это место счастья какое-то. Подождите. Мне нужно найти красную коробку. Где мне её взять-то, ёпрсте? Зачайте главный зал дверьми, идите во вторую дверь. Ой. Ням-ням.
Да хватит уже эти звуки издавать. Все, я поняла, нас проживали. Можно и повторять по 10 раз. А! Блять! Ларчик-то просто открывался. Угу. Мясо. Мясо. Так. Открыть коробку. Нет, нам нужно содержимое красной коробки. У-у-у! На меня напало мясо. А я могу брошь? У нее же есть игла, нет? Блядь, девочки, меня чуть мясо не сожрало. Беспредел. Беспредел. Так, кому там надо было? Я передала вещь цветочной леди. Боже, спасибо! Вот ты можешь взять мою старомодную брошь, она мне больше не нужна. Я прикрепила брошь к моей ленте, она испускает слабый свет. Можем использовать булавку, которая к ней прикреплена. А до этого мы не могли использовать булавку? Типа, у той броши не было булавки или что? Да, сука, меня схахавало. Не, ну мне как говорили, нужно пройти все три игры, чтобы понять всю суть происходящего в этой игре. Так, теперь мы можем использовать иглу. Сердце без клочки порву, без надежды проживу и иглу в глаза воткну, если вдруг я обману. Глаз кровоточит. Ой, Янку, спасибо тебе большое за подписку 9 месяцев. Спасибо. Так. Дверь плотно закрыта. Внимание, опасайся трехглазый. Инструкция. Поместите дружескую единицу, одну штуку, в печь или кремации, нажмите кнопку включить. Просто шучу. Ничего, одно клише. Сомневаюсь, что будут добровольцы. Печь для кремации гудит. Для того, чтобы пройти вперед, избавьтесь от вашей дружеской единицы. Дверь не открывается. Нихуя себе, мне что, надо сжечь Феликса? Использовать булавку? Да. Шарлотта выкалывает глаз двери. Дверь открыта. Ew. Похоже, проход открывается, когда на блоке стоит что-то тяжелое. Так ты говоришь, что один из нас должен остаться здесь, другой будет искать еще один выход. Верно. Стой здесь и жди, я найду выход. Ты уверена, что будешь в порядке одна? Ну, я никогда не одна. Я не совсем понимаю это. Просто будь осторожна, возьми это. Так, на всякий случай. Хорошо. Лучше на медицинские ножницы. Не, ну спасибо, конечно. Ой, пиздец. Блять! Ой, бляски лабиринт, а?
Ну давай, Феликс, братишка. Дело за малым, замансить в этом лабиринте. Как бы... Я не буду говорить, что это Изичка. О, сохранение. Так, надо сфоткать. Не знаю, что это, но мы сфоткаем. Кто-то очень классно играл в камень-ножницы. Ой, в крестики-нолики. Ой, бля. Да что? Да? Сука. Токсичная игра. Короче, мне нельзя наступать на нолики, видимо. А, не, вообще никуда нельзя наступать. Так, если я могу сюда наступить... А, мне наоборот, дождите. Блять. Что? Не, мне нравится эта игра, но от визуала меня немного тошнит. Что за ХГ там обсуждает Ютуб? Что за ХГ? Понятно. Понятно. Так, это откуда я пришла? Тут двери до хрена. Как понять, какая мне нужна дверь? У меня такое чувство, будто я здесь трачу время. Интересно, в порядке ли Феликс? Мы оставили его совсем одного. Я тоже волнуюсь. Как ожидался от беспокойного Сета? Давай поторопимся к нему. А что, в смысле мы возвращаемся к Сету? Может, мне надо было ножницы на чем-то заюзать? Прямые ножницы! Где другие? Провалились там, вы преуспеете. Лучший выбор для беготни по коридорам. Пожалуйста, не навреди себе. Я не собиралась, глупый. О, привет, Дашка Пуссон. Так, а что, мне нужно вернуться, да, к моему дружбанчику? Мансы, мансы, мансы. Феликса здесь нет. Сука, куда он делся? Бля, что? Дверь наполовину открыта. Открыть дверь. Сейчас, нет, подождите. Да ёб твою мать. Крончонка Питера сидела муха на носу. Крончонка Питера сидела муха на носу. Это Шарлотта сама? Мне всегда было интересно, что у кроликов внутри животиков. Я так удивлена. Это был не хлопок. Ew.
Я опоздала. Девочка приближается ко мне, бросив мальчика как игрушку, которой она потеряла интерес. Ну, здравствуй, дорогой гость. Девочка прикасается к моей щеке своей окровавленной рукой. Почему ты такая грустная? Болит где-нибудь? Иди сюда, я спою тебе песню, поднимающую настроение. Боль, боль, уходи, в другой день не приходи. Бежать? Что насчет Феликса? Нам придется уйти без него. Только через мой труп. Брось-то, он даже не человек. Что ты такое говоришь? А, поняла. Нам просто нужно переключить канал, чтобы стало все в порядке. Эй! С кем ты разговариваешь? Тут нет никого, кроме меня. В следующий же момент девочка посмотрела на меня, будто она видит меня впервые. Давай поиграем в прятки. Я закрою глаза и досчитаю до 60. Убедись, что нашла хорошее место, что спрятаться. Или же... тебя поймают. 1, 2... Ой, пиздец, куда идти-то? Не, ну это... здесь некуда прятаться. Где ты? Не хочу, чтобы меня выпотрошили заживо. Пожалуйста, прошу, убей меня до того, как это сделает она, Сет. Я умоляю тебя. Ты с ума сошла? Разве ты не видишь, это для меня плохая концовка. Пока ты не перемотаешь время, я умру так или иначе. У меня все еще есть ножницы, которые дал мне Феликс. Ты знаешь, что делать, верно? Шарлотта использует ножницы на себе. Удар, удар, удар. Удар, удар, удар. Удар, удар, удар. Удар, удар, удар. Нашла тебя! Вот. Время вечернего чая с человеком-зонтиком! У-ху! Мясо еще не сгнило, но тело пустое. Еще одна неприглядная смерть. Это нехорошо. Ты не только повел девочку по ложной дороге, но и полностью потерял контроль над ее действиями, и она тобой манипулировала. Не могу поздравить тебя с таким смущающим концом. Я глубоко сожалею из-за моего несоответствующего для кукловода поведения. Таким образом, я прошу вас дать мне еще один шанс. Довольно дерзкая просьба, дорогой мальчик. Но я выполню ее. Смерть может быть довольно забавной. Попробуй столько раз, сколько хочешь. Так, я могу еще раз сохраниться? Дверь плотно закрыта. Окей. У меня почему-то такое чувство, что мы уже здесь были до этого. Как насчет того, чтобы один из нас пошел проверить, что там впереди? Это может быть опасно. Я чувствую, что произойдет что-то плохое, если ты останешься. Почему? Тут никого нет поблизости. Ты не останешься. Точка. Ладно. Я подожду здесь. Конечно же, ты не пойдешь в одиночку. Мой кукловод пойдет с тобой, чтобы подстраховать тебя, верно? Верно. Я знала, что ты поймешь. Просто будь осторожна. Возьми это на всякий случай. Получены медицинские ножницы. Хорошо. Увидимся позже. Я кукловод, я управляю детьми. Я такой классный, сасный. Вообще. Что-то не так? Ой, блядь, что-то прожало. Окей, хорошо. Привет. Разве не опасно маленькой девочке бродить тут совсем одной?
Я жду, когда мои друзья вернутся ко мне. Неужели? Но очень жаль, что они не успеют вовремя, так как ты встретишь свою смерть через 10 минут. Это было бы нехорошо. Сета уволят, если я умру, а его не будет рядом. И это все? Я не хочу никому причинять проблемы. Ну-ну, ты хороший ребенок, не так ли? Но, Феликс, с ним все будет в порядке? Боюсь, он умрет вскоре после тебя. Однако есть один способ спасти твоего друга. Человек в маске шепчет что-то Шарлотте. Все в порядке? Поняла. Даже хоть ты и не согласна с моими методами. Это единственный способ спасти его, верно? Я слишком слаба, чтобы сделать что-то в одиночку. А это мужчина? Блять, это мужчина, ёб твою мать. Мужчина гладит Шарлотту по голове. Не вини себя ни за что, дитя. Ну тогда... А что, мы возвращаемся, получается? Нужно возвращаться прямо сейчас. Раз не нужно, так не нужно. Мы заняты, заняты делами, делишками. Еду, только трачу время. Веди меня обратно. Пожалуйста. Конечно, один момент. Человеческое тело такая хрупкая вещь. Я не могу просто извиниться, если случайно сломаю его, верно? Ну, тогда что у нас тут? Весь этот мусор не годится. Ножницы? Неплохо, но и не самый лучший вариант. Какая жалость, что я запачкаю это прелестное платье. Привет, хочешь поиграть в прятки со мной и моими друзьями? Видишь ли, мне правда скучно. Верно, давай сыграем в игру. Нет ничего хуже скуки, не так ли? Открой свои глаза, вот и ножницы. Такое чувство, будто это, ну, сейчас не Шарлотта, а кто-то у нее вселился. Я что, не намекаю, но донатов не было уже полчаса на девочке. Кто это? Что я... Да, мне вселился этот мужик. Я просто должна переключить канал, чтобы все стало в порядке? Верно? Эй. Ай! Мы Феликса ёбнули. Ага. Не делай из меня убийцу. Или кого? Или кого мы убили? Шарлотты здесь нет. Да ты чё, серьезно? А, ее утащили в этот раз в другую комнату. Шарлотта? Феликс, Сет, вот вы где. Хорошо, что вы целы и невредимы. Ты нигде не ранена? И чем, черт возьми, ты набила печь до кремации? Ёб твою мать. А, это не моя кровь. Пока вы там ходили, я поняла, что можно забить ее мясными кусками, которые мы здесь видели до этого. Неужели? Ты в порядке? Да, прости, что заставляю волноваться. Блин, я волновался за тебя. Но вот она ты, покрытая кровью, еще более возмутительно радостная, чем до этого. Ну, прости уж за это. Погоди. Ты волновался за меня? Это что-то новенькое. Для тебя это звучит так, будто я сволочь какая-то. Ну... Спасибо, что поверил мне, Сет. Ты и вправду мой друг. Я кукловод. Куколд, а не друг.
28 ударов ножницами. Она действовала наверняка. Хочу сказать тебе спасибо за стрим. Ничего не понятно, но очень интересно. Да, большое тебе спасибо, Миками, за донат. Ты теперь папик стрима. Благодарю. Да-да, поняла. Тогда ты лучший кукловод на свете. Пойдемте все. Пойдемте. Открыто. Шарлотта? Ты правда в порядке? Ты выпадаешь из реальности. Ничего страшного. Лгунья. Ладно, ты можешь не говорить мне, что случилось. Вот, возьми меня за руку. Шарлотта берет Феликса за руку. Ее трясет. Давайте войдем. Верно. Музыка такая еще грустненькая пошла прям. Эй, Феликс. Да? Можешь мне рассказать побольше о том, что мы ищем? Я знаю, что я не такая умная, как ты, но я постараюсь понять. Ладно. Все, что я знаю, это то, что людей здесь называют пифиями, которые были созданы Оракулом. Они зовут его своим богом. По крайней мере, так было раньше. Пифии чрезвычайно сильны. Они могут изменить реальность по своей воле, что наиболее вероятно приводит к созданию других измерений. Исходя из того, что я собрал, можно сказать, что каждый вид воспринимает их по-разному. Иначе они не выглядели бы так... Так человечно? Верно, для тебя. Последний раз, когда я был здесь, их было больше, но сейчас мы почти никого не встретили по дороге. Это место беспорядки, оно не должно быть таким. Возможно, случилось что-то плохое. А получается, мы Пифию убили? Которая хотела с нами поиграть, да? Предупреждение о загрязнении, впереди органическая материя. Так. Ну, замечательно, мертвая Пифия. Бедняжка. Ёб твою мать. Еще одно мертвое тело. Не двигается. Они все выглядят одинаково. Знаешь, а мы бы, наверное, тоже выглядели одинаково для них. Тут их так много. Не двигается. Дом резни 2. Дом резни 1. Охуенное название. Дом резни, конечно. Ножовка. Насладитесь каникулами железно! Ножовка всегда там, где нужна больше всего. Идет с двумя лезвиями. Круто. Мы не будем брать это. Но рожа бы пригодилась. Дети в наши дни. Я почти слышу твой вздох с другой стороны контрольной панели. Ножовки. У-ху. Способ обнаружить, одержим ли ваш сосед богом. Первое, застрелить его и посмотреть, что произойдет. Охуенные методы, вообще 10 из 10. Она это мы это она. Ясно. Тут их так много. Мертва. Интересно, что здесь случилось? Дом резни 3. Третий. Тут никого нет в комнатах, только трупы. Еще одно мертвое тело. Умерла, умерла, что бубнить-то. Гниющий труп. Может, она просто спит? Да, конечно, дом резни 6. А где предыдущие дома резни? О, блядь! Плохая концовка, казнена. Меня эти дома с резнями напугали. Да, я тоже сначала не понимала, почему у ГГ волосы красные. Это просто у них кровь аж по пояс. Дом резни 5. Дверь не открывается. Не двигается. Дом резни 4.
спешу дарить добро в творящемся психоделе и сказать, что право называть меня абсолютно тупой есть всего у двух вещей – RPG-мейкеров и Инадзумы. Подписываюсь под каждым ором о непонимании. А, то есть нормально, да? У других тоже проблемы с пониманием этих головоломок, да? А то я думала, я уже совсем самая, ну, тупая здесь. Сижу и думаю, что они обо мне думают. Спасибо за донат, РР. Спасибо. Так, понятно, блядь, еще какой-то код нахуй искать. Дом резни номер 4. У них у всех одинаковые лица. Первый, четвертый, второй. Ой, блядь. Первый в виде буквы 4. Кто здесь буква 4, мальчик? Блядь, дожили. Ты хороший мальчик. Просто так? Просто знаешь, что я тебя кахаю, я хи-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 
мне песню. Кидаешь мне песню? Hate me. Что за странные у меня субтитры здесь? Ну почему у меня... Даша, почему субтитры на индонезийском? Я не поняла. Это еще какая-то головоломка? Я не понимаю. Нет, Дашуль, спасибо тебе большое за донат. Я тоже тебя люблю. Что ты это? Я тоже тебя люблю. И спасибо за субтитры на индонезийском. Теперь мы знаем больше. Ой, бля. Ой, Дашка, ты теперь еще и папик стрим. А, елки-палки. Так, а что тут это самое? Во втором доме у нас цифра 9. Сейчас, подождите. Сейчас я запишу. Во втором доме цифра 9, да? Значит, это самое. В четвертом доме цифра 1. И цифра 4 в первом доме. Ага. Все ясно, что совсем ничего не ясно. Жду отсос после стрима, Эль. Ну все, но я выезжаю это самое. В Одессу. Девочки, пожалуйста, перебейте Дашу, пусть если он по папику стрима. Я не хочу сосать Дашин хуй. Очень дорого выйдет сосать Дашин хуй. Так, подождите. Значит, это у нас что там? Дом резни 4. В котором какой-то код. Который как водить, нихуя непонятно. Ну, в смысле, Даша, я не буду сосать твой член, отстань от меня. Где не открывается? Это у нас 6-й. Нет, это 5-й. А в этом я вообще, по-моему, должны прям сразу... Я в него захожу, и меня сразу... А, ну да, понятно. В этот дом можно вообще не заходить, нахуй. Камилия, спасибо большое за 80 рублей. Не осуждайте женщину за то, что она отказывается сосать. Ну что вы начали? Да блядь. Даш, я тебя люблю, не начинай. Го подбором? Ну, скорее всего, я так и сделаю сейчас. Так. 4.
нас сегодня, блядь, день высоких технологий. Сейчас, секундочку, мне звонят по важным вопросикам. Извиняюсь, деловые вопросики обкашливали. О, нормально. Получена маска последователя. Получи одну бесплатно уже сегодня. Маска палача. Добавьте стиля, нить, слово казнить. Абсолютно точно должна быть у всех леди и джентльменов. Как я выгляжу? Довольно мерзко. Так, у нас теперь есть какая-то всратая маска. Введите пароль, дверь не открывается. Блять, еще какой-то пароль надо вводить. Ёб твою дивизию. Ну-ка, если я сейчас сюда зайду, меня ёбнут? Че, не ёбните меня? Щеглы. Сосунки. Гниющий труп. Гниющий труп. Что так? 8-3... 7, 5, 2, 9. Господи, ты боже мой, юбишься. Получена записка. Мертва. Конечный труп. Засунки хорошие люди, а не стример. Нет, девочки, ну отсосать святое дело. Ну не за 222 рубля-то в конце концов, да? Введите пароль. Так. В рождественское утро вы будете счастливее с дробовиком. Не, ну по факту. Каждый рожден быть палачом. Приключения для всей семьи. Охота на богов. Покупайте наши пневматические пистолеты для незабываемого веселого опыта. От Вайсмана пушки, веселые пирушки. Когда не можете уснуть, не заводите овец. Заводите свою бензопилу. Борись за равенство. Я абсолютно перестала понимать, что происходит. Думаю, что завел что-то за дверью. Надеюсь, это не палачи. Прямо сейчас мы палачи, помнишь? Одно из расчлененных тел шевельнулось. Она все еще жива. Ну-ну, здравствуйте, дорогие палачи. Мы такие крошечные, но именно вы пришли покончить с нашим последним дитя. Какая ирония. Вперед, взмахните своим лезвием. Не заставляйте нас больше ждать. А, мне очень жаль, но мы не будем вредить вам в любом случае. Не будете? Как так? Ну, для начала мы не из вашего вида. Мы снимем наши маски. Девушка протягивает свою слабую руку к моему лицу. Только два глаза. Ты просто путешественница. А, я что-то упускаю? Тише! Мы говорим с настоящим оракулом, создателем всего существующего в этой вселенной. Это тело просто умирающий сосуд. Это честь встретить вас? По-видимому, ты хороший ребенок. Надеемся, что когда-нибудь познакомимся с твоими родителями. Девушка кашляет кровью. Нам нужно покинуть эти земли, так как у нас осталось не так много времени. Что насчет той девочки? Ее больше нельзя спасти. Но мы хотим остаться с нашими детьми до самого конца. Но тут только трупы. Мы должны уходить, Шарлотта. Верно. Мы встретимся снова? Ищи и обрещешь. Обрещешь? Ищи и обрещешь. Так, на всякий случай сохранюсь. Ищи и обрещешь.
Так вот, как они здесь изображают оракула. А, оракул — это баба, которую мы убили? Ёбаный. Ну, прекрасно. Скажите в порядке информации, у оракула нет физической формы или пола. Та, что изображена здесь, не более чем юная жрица Пифия. Понятненько. И мы ее пизданули, да? Окей. Так, а что у нас в той стороне? Интересненького. Станьте палачом уже сегодня. Запишитесь на охоту на богов, позвонив нам. Чувствуете себя подавленным? Ваша жизнь разрушена? Вы не сделали ничего плохого. Получите свою месть, присоединившись к охоте на богов уже сегодня. Мама, я в телеке. Почему-то у меня такое чувство, что это будет последний канал, который мы посетим. Ну, возможно, не так далеко от правды. Ну, тогда пойдем. У меня такое чувство, будто я должен извиниться. За что? За многое. За то, что убежал, подвергнул тебя опасности. Заставил прийти сюда. Я нашел, что искал, но совсем не чувствую никакого удовлетворения. У меня не было ни малейшей идеи о том, что здесь случилось, и все еще нет. Я думал, что дядя признает мои достижения, если я напишу статью про оракула. Феноменальное вечное существо. Но от этого оракула его вселенной пахнет смертью. Я опоздал на 20 миллиардов лет. Ты, должно быть, думаешь, что это путешествие было бессмысленно. Можешь свободно посмеяться надо мной. Ну, мы его обнимем, конечно. Все хорошо. Пожалуйста, перестань винить себя. Разве в нашей жизни не было все довольно бессмысленно? Мы такие крошечные, не так ли? Как черви и личинки. Тем не менее, мы рассматриваем себя как нечто важное и делаем все, чтобы извлечь для себя пользу. Разве это не смешно? Кроме того, мне нравится путешествовать с тобой. Для меня это как гулять с другом. Что с этим псевдоинтеллектуальным монологом? Не пытайся выглядеть умнее, чем есть, человеческая личинка. Разве мы уже не друзья? Если уж так ты говоришь. Так чё ж мы ждем? Пойдем. Пойдем. Браво, браво. Заходите, заходите, дорогие гости. Мы ждали вас. Теперь мы можем наконец-то поговорить. Ну, тогда вам понравилось шоу? Или оно было не в вашем вкусе? Шоу? Ну, конечно, все миры, которые вы посетили. Раньше существовало бесконечное число каналов, вы знаете? Теперь они стали просто записями, а их было славе. Могу я спросить, что случилось с этим миром? Много-много вещей. Давным-давно нас называли Буем, хотя мы никогда им не были. Наши собственные дети подняли на нас нож. Раньше у нас были тысячи рук, но они отрезали их все, и теперь мы бессильны. Раньше мы наблюдали за миром при помощи миллиарда наших глаз, но они выклали каждый из них, и теперь мы слепы. Раньше мы проходили через препятствия и границы, через миры, что мы создали, но мы не можем больше сделать ни единого шага, так как наши ноги забрали. Наши творения, которые мы горячо любили, независимо от их поступков, уничтожили сами себя, и теперь мы одни. Но мы простили их за этот грех. Мы прощаем тебя. Видишь, вселенная, которую мы создали, умирает. Ничего больше нет. Все, что мы можем делать, это предаваться воспоминаниям о прошлом, неважно, насколько они искажены. Скоро мы распадемся на части, также распадется эта земля и то, что на ней. Это было бы проблематично. Нам абсолютно необходимо вернуться к завтрашнему утру. Ну, есть способ, человеческое дитя. Хочешь попробовать? Ну, давай. Ошибка ввода. Что мне делать? Крё! Почему так грустно? Обнимает всех с опозданием. Добавили, девочки, живем-живем. Спасибо большое, Хина Винаар, за донат. Положи свои руки на экран, хорошо? Ты уверена насчет этого? Ну, нет другого способа, чтобы мы смогли уйти. Разве ты не слушала оракула? Ты бы меня в любом случае не послушалась, не так ли? Даже хоть я не хочу причинить проблемы другим, в конце концов, я довольно проблемный человек, верно? Я кладу мои руки на экран. Оракул... Нет, бог этого мира положила свои ладони напротив моих по другую сторону экрана.
Я только смутно могу вспомнить, что случилось дальше. Я приняла Бога в мое сердце, и мы пошли домой рука об руку. Все, чем была я, стало ей, и все, чем была она, стало частью меня. Вместе мы сказали спокойной ночи умирающему миру. Вся жизнь, планеты, звезды, черные дыры, даже атомы перестали существовать. Один за одним каналы стали выключаться. Мы Вселенную уничтожили. Оракул использовала мое тело как сосуд и всю оставшуюся у нее силу, чтобы отправить нас домой. Благодаря этому мы смогли добраться до дома в целости и сохранности. Пока мы отсутствовали, ни секунды не прошло в нашем мире. Это была удивительная история, моя дорогая. Лично встретить оракула, даже умирающего. Что за огромная удача тебе привалила? Ну, кто мог знать. Ты всегда должен носить эту жуткую маску, когда встречаешься со мной. Я в любом случае знаю, что ты используешь тело отца как контейнер, чтобы говорить со мной. Что? Легко сказать, дорогая. Я думаю, что это опрометчиво с моей стороны говорить с тобой, используя кого-то, кого ты знаешь, как сосуд. Но если ты настаиваешь... Человек-зонтик снимает свою маску. Тебе лучше? Угу, намного лучше. У твоих глаз такой красивый цвет. Скажи, мистер Человек-зонтик. Ты, по-видимому, знаешь человека, которого я встретила в мире телевизора. Почему ты так уверена, что там вообще кто-то был? Ну, это потому что... Я совершил невообразимый грех, но только смутно могу вспомнить это. Как будто смотрела со стороны. Твоя наивность никогда не перестает развлекать меня. Конечно, нам пришлось изменить твой исходный код вскоре после того, как ты вернулась. О, Андрей, большое спасибо за спонсорскую подписку на Ютубе! Спасибо! Я же не могу сказать тебе правду, верно? Ты говоришь, как будто мы в видеоигре. Большинство слов закодированы, моя дорогая. Как скажешь. Но почему вы это сделали? Крё! Тарелыч, ты меня спасаешь. Вчера меня бросил парень, по которому я сохла год, встречались всего месяц. Твой стрим спасательный круг меня. Ух, ёб твою мать, Нанами! Ой! Я даже не знаю, что сказать на самом деле на это. Ну и хуй с ним, найдешь лучше. Не переживай. Мужики приходят и уходят. А как бы... А деньги остаются с нами. Все будет хорошо, не переживай. Со временем эта боль пройдет и станет легче. Говорю как эксперт. Ну, те воспоминания были не нужны. Вспомни, мы же не хотим, чтобы ты завалила свою программу обучения. Я еще достаточно запуталась, когда Оракул стал частью тебя. Верю, мистер Сет очень расстроится, если вы двое будете выходить повсюду, вызывая хаос, когда он не смотрит. Мы оба знаем, что это не так, сэр. Кстати, я порядком удивлен, что ты смогла вместить богоподобную бессмертную сущность без уничтожения всех твоих систем жизнеобеспечения. Возможно, она была слишком слаба, чтобы нанести существенный урон моему телу. Что с ними стало теперь? Она все еще спит. Хотелось бы мне, чтобы мы поговорили побольше. Даже после того, как я увидела ее воспоминания, я многого о ней не знаю. Оракулы, что же они такое, правда? Их можно сравнить со звездами. Достигая конца своих жизней, они постепенно теряют всю их силу, становятся инфантильными белыми карликами. Подумай сама, смог бы Бог создать новую жизнь с нуля, если бы заботился о таких незначительных существах, как вы? Разве ты не говоришь со мной прямо сейчас? Ха-ха, неплохо. Ну разве не здорово, что ты встретил нового друга? Теперь прими свои таблетки. Прими таблетки и иди спать. Что ты там говоришь? Ты приняла в себя Бога? Молодец. А теперь выпей таблетки и спать. Ну ты же не хочешь заснуть на уроках, хотя не только отсрочить твой статус безработный. Тарелка истину глаголит. Нанами, надеюсь, вам со временем станет полегче. Крепитесь. Конечно станет. Ну это же так и работает. Миками, спасибо за донат. Зачем парни, если есть тарелочка? Ну, в смысле, это самое... Ебаться я с вами не буду. Без обид. Вот. Поэтому вот, для чего нужны. Спасибо за донат. Спасибо, что нашел время посидеть со мной. Спокойной ночи, мистер Человек-зонтик.
Спокойной ночи, маленькая Шарлотта. Полученные таблетки. Тогда я пойду спать. Приятных снов. Ну, спать так спать. Сначала нужно принять таблетки. Абилифай. Принь ты таблетки. Все стало выглядеть совсем по-другому. Заказать еду отбросов. А почему графон поменялся? Миками перебила... О, Миками перебила папика стрима. Миками, что творит? Что творит? Почему изменялся графоний? Пустая корзина. Плюшка. Плюшевый медведь. Привет. Я возьму игрушку с собой. Пустая корзина. Привет, личинка-кот. Мяу. Что, он же ни хрена не личинка-кот. Интересно, вижу ли я космическую рыбу в моих снах? Спокойной ночи, Шарлотта. Я обнимаю моего игрушечного кролика. Спокойной ночи, Феликс. Спокойной ночи, человек-зонтик и оракул. Спокойной ночи, ангел-хранитель, который наблюдает за мной. Конец. Спасибо за игру. Надеюсь, вам понравилось играть в эту игру так, как и мне делать ее. Увидимся в следующий раз в эпизоде 2. Ответы будут там. А есть еще концовки? В зависимости от отношений Шарлотты с Феликсом, вы видите кое-кого определенного в конце в комнате Шарлотты. Извиняюсь, если вопрос уже был. Планируешь проходить остальные части? Если что, весь основной сюжет как раз в них. Ну, вообще да, хотелось бы пройти. Ну, вообще да, я бы хотела пройти на самом деле следующую часть. Вот. Ну, я что-то не все поняла. Я думаю, я нихуя не поняла на самом деле. Если во второй части все объяснится, во второй и третьей, надеюсь, я буду рада. Пока что все, что я поняла, это есть девочка, которая живет в каком-то странном мире, возможно, программе, и ей управляют. Но когда она принимает таблетки, она выглядит этот мир более реалистичным. Вот. Видимо. Но я не хочу сейчас смотреть какие-то объяснения, потому что я думаю, есть смысл это все смотреть, когда я уже пройду вторую часть, третью часть, и тогда мне, так сказать, станет легче. Вот. А, что ж, господа, большое спасибо всем за просмотр. Было приятно с вами пройти эту необычную игру. Вот. Завтра или послезавтра будет U-Turn to Die. А вас я всех люблю и прощаюсь с вами. Всем удачи. До новых встреч.